21-е столетие Флинт представляет. Нью-Йорк, январь. Зима и снег не слышно землю укрывает. Гамбринус, музыка и смех. Ямпольский юбилей исправляет. Ну, папочка, а моя дочь старшая. Я хочу тебя представить так, как мы тебя видели и видим с детства. Она представлялась жизнь прекрасной и бесконечной, как море. Море иногда штормит, но нам-то все равно. Потому что с нами ты, наш папа, наш капитан с французским именем Жан, фуражку капитана. Ты умело ведешь свой корабль. Мы твой экипаж, и нам остается только одно — наслаждаться морскими пейзажами. Итак, шоу. Перед нами там наш прекрасный мир, полный сил и девиз его: вперед! Изменил. И сейчас добрый час, твою песенку споет твой экипаж. Капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, потянитесь, только смелым покоряются моря. Штурвал, и в руках он не дрожал, и корабль шел вперед, полный ход. Созидание, успех и любовь, друзья и смех. Это ты, папа, ты правда лучше всех. И сейчас добрый час. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, оттянитесь, только смелым покоряются моря. Самого лучшего брата в мире поздравляю с днем рождения. Пусть у тебя будет все отлично, отличное здоровье, отличное настроение. Пусть каждый день в твоей жизни радует тебя и делает тебя счастливой. Ты и твоя семья всегда рядом со мной, когда надо поделиться переживаниями, разделить счастье и радость. Поэтому очень, это все очень дорого для меня. И я очень рада, что вы есть у меня. Я вас люблю. Тебя, всю твою семью обнимаю, целую. Еще желаю тебе здоровья, чтобы ты был счастлив вместе с Раечкой, своими детьми, внуками, дождаться вам правнуков. Обнимаю, целую. Люблю. Твоя сестра Нелли. Наша умница и красавица мамочка давным-давно выбрала из толпы поклонников папочку. Это не мудрено же. И она тогда думала, что права, а с годами в этом убедилась. А может... Выбрала не я его, а он меня. Ну, естественно. Естественно, не считать тех крючков, которые она за меня зацепила. Ну, сами же все здесь много лет прожившие пары, счастливые, все. И я могу сказать, что наш брак тоже не брак, а в супружестве... Мы идем рядом все время и стали частью один другого. Мы понимаем с полуслова. Мы иногда вместе одновременно идем к телефону и знаем, кто нам звонит. Мы иногда угадываем мысли друг друга. То есть мы, хотя мы немножко постарели, но в принципе я иногда, вот когда вижу его взгляд, робкий, нежный. Какие-то случаи. Ты чего? А мы не видели.
Ну, я тупал, это понимаю. И он меня даже вчера спросил, ну скажи, ты счастлива со мной? Папа, посмотри на маму робким взглядом, попробуй. Для меня. Я могу тебе сказать, я с тобой счастлива, я люблю и я любима. И дай Бог, чтобы так все продолжалось и дальше. Все в жизни может быть. Я сам, наверное, сильно изменился. Но первую любовь не буду больше. Забудешь, что когда на ней женился. Прыще милый, Женя дорогой, прими ты наши поздравления. Прошло ведь 80 лет, как был твой первый день рождения. Ты рос с сестрой в нелегкое то время. Заботы маме доставлял не раз глазастый мальчик Женя. Учился ты легко, притом нелегковесно. И в озорстве на первых был ролях. Само движение тебе было интересно. Ты был незаменим во всех наших делах. И музыка тебя пленяла. Искусство звало на хорошие дела. Играть на мандолине твоя рука не уставала. Все признавали, светлая у Жени голова. Из нас ты первым в ноябре женился. Затем пошли мы свадьбы отмечать. С тех пор ты лишь местами изменился. Хвала за то жене. Ее тебе помог я в школе отыскать. Как для тебя она старалась. Двух дочерей прелестных родила. Любой работы вовсе не чуралась. В начальстве также выбилась сама. А ты все годы строил только и лишь немного отдыхал. Как главный инженер ты сделал столько, построил город, я бы так сказал. Сейчас в Нью-Йорке обитаешь с прекрасной всей своей роднёй и для души бальзам имеешь, общаясь с внучками порой. Женя, тебе не хочется покоя. Женя, тебе желаем долго жить. Женя, не знаешь, в дружбе ты застоя. Спасибо, Женя, что ты умеешь так дружить. Уважаемый Жан Рудольфович, дорогой дядя Женя, прекрасный праздник, солидный возраст, замечательная семья. Очень радует, что и мы можем быть в этот день, хоть и дистанционно, но вместе с вами. Недавно в Фейсбуке прочел чей-то пост. Не воспитывай детей, а воспитывай себя. Все равно они будут брать пример с тебя и будут похожи на тебя. Знаете вы эту фразу или нет, но она и о вас. Ваши дети и внуки имеют прекрасную возможность брать пример замечательного человека, который находится рядом с ними, с вас. Но не только вашим детям повезло. Знаете вы это или нет, но многому у вас научились и дети ваших друзей. Я, имея прекрасного отца, очень многому учился и у вас. И когда видел вас в обществе друзей на Комсомольской, и когда среди богемы на Первоапрельском капустнике, и когда вы были семьей на даче в Одессе. Я очень рад, что увидев вас после десятка лет, я увидел того же дядю Женю, остроумного, интеллигентного, внимательного. И я очень рад, что и мои дети познакомились с вами. Теперь и они будут знать, с кого можно брать пример. И на какие истинные ценности надо ориентироваться в жизни. Ведь вокруг так много лживого и ненастоящего. Будьте здоровы! До 120! Хорошего праздника! Ваши Дановичи!
ничего не может испортить. Человек время от времени должен спрашивать себя, а за что он благодарен. И в преддверии твоего дня рождения я спросила себя иначе, а за что, собственно говоря, я благодарна тебе? Я благодарна тебе за себя, потому что то хорошее, что есть у меня, доброжелательность, интерес к жизни, любознательность, я знаю, что это пришло от тебя. Я благодарна тебе за свою сестру, моего ближайшего друга, близкого человека, которая очень похожа на тебя. Такая же она, милая, остроумная и упрямая. Может, поэтому вы так часто спорите. Я благодарна тебе за своих детей, потому что в них я вижу себя тоже. За Машкина многогранность, универсальность, Вилькин характер, хотя ты тоже иногда сомневаешься. Я благодарна тебе за любовь, потому что любовь был полон каждый день и есть сейчас в нашей жизни. Любовь к маме, к нам, к друзьям, к работе, к людям. И я знаю, что... Всегда знала. Даже когда ты меня долбал за беспорядок в комнате, я всегда знала, что ты за меня. И я благодарна тебе всегда за жизнь. За нее, но не за меня. За жизнь. Потому что ты, как никто другой, делаешь нашу иногда серую, иногда скучную жизнь праздником и фейерверком. За себя, Лапочка. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня, скажи. Когда порой тебя не вижу, грустно задумчиво сижу, когда речей твоих не слышу, мне кажется, я не живу. С днем рождения, сильный, славный, крепкий, мужественный, главный, образованный, веселый, с чувством юмора здоровым, друг хороший и коллега, полный такта и успеха, щедрый, умный, идеальный, добрый, очень сексуальный. Пусть всегда удача будет, а фортуна тебя любит. Ты у нас один такой именинник дорогой. От нашей всей семьи поздравляем вас с днем рождения, желаем счастья, успехов, здоровья. Поздравляем с днем рождения! Долгих лет жизни и здоровья! Сегодня у нас речь идет, конечно, о юбиляре. Об этом красавце, которого видите перед нами в этой морской фуражке. И он не случайно ее надел, потому что я несколько хочу сказать, хочу охарактеризовать его. Вы знаете, это не только моряк, так сказать, потому что в Одессе жил. В Одессе, да. А еще потому что он был и главным инженером парома, который Ильичевска... Да, вы понимаете, это не случайный строитель был, а очень талантливый человек. Я что хочу тебе сказать, что твоя линия жизни была всегда на долгое-долгое время параллельно оси абсцисс. И чтобы она не опускалась очень-очень долго. Ты мой настоящий друг, мой хавер. Шурин, мой дорогой, я тебе желаю всего самого хорошего. Дамы и господа, я восхищен и смят. Медам, месье, я счастлив, что таится. Леди и джентльмены, я готов 100 крат умереть и снова здесь родиться. Все в Одессе, море песни, порт, бульвар и много лестниц. Крабы, устрицы, акации, мезон, шанте. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. А это наш ответ Высоцкому. Одесский театр варьете, или театр музыкальной комедии, как его сейчас называют, который построил папа, тем и вошел в историю города. Все. От первого камня в фундаменте, до последнего камешка в стенной мозаике, от статуи входа, до сценического оборудования, лебедок сцены и кресел в амфитеатре строилось под его чутким руководством. Папа воплотил мечту горожан и проект архитектора Топуса в камень и металл. Не стреляйте в укурение!
гитарист, а играет как умеет, да? Ну давай. О-ля-ля-ля, у меня есть дед. Деду сегодня 80 лет. И из этих 80 уже почти 30 находит он, как меня пожурить за... За что, неважно. Причин пространства главное — это постоянство. Так выпьем за то, что ругал он меня много лет. Все. Нет, это такой встреч, чтобы он не попался, чтобы я его не долбал. Дорогой Женя, 80-летний юбилей. Как быстро время пролетело. Вот стали волосы белей, но молоды душа и тело. 80-летний юбилей, а это много или мало? Но, как сказал мудрец еврей, совсем неплохо для начала. Года богатства – это ложь. Годов ушедших не жалейте, ведь никогда их не вернешь. Ценить грядущие умейте. 80-летний юбилей. Давайте петь и веселиться. Он лишь однажды у людей и никогда не повторится. 80-летний юбилей. Пусть жизнь уж прожита отчасти, а впереди еще немало дней любви и подлинного счастья. Конечно, юбилей 80 лет, есть маленькая грустинка, все-таки две трети жизни уже прошло, да. Вот. Ну а оставшиеся 40 лет, дай Бог тебе счастья и нам всем вместе праздновать каждый день. Вместе с вами. Ну, а вы будете непременными членами. Женя, у меня брат Лего, почти 60 лет. Я очень рада, что ты энергичный. Что ты энергичный и умом, и чувствами, и эмоциями. Так вот я тебе желаю, Женечка, чтобы ты продолжал нас удивлять, восхищать и потрясать. Постараюсь. Спасибо. Юбилей как медаль и как орден заслужен. Нашу жизнь украшает и очень всем нужен. В этот день ты сосуд, пусть любовь в тебя льется, пусть она, как вино, через край перельется. Будь по-прежнему тем, кем тебя мы все знаем. Юбилей и всегда только счастья желаем. Пусть сбывается все, что себе ты желаешь. В замечательной форме, Женя, юбилей ты встречаешь. Я еще хочу сказать, что Женя, не знаю, как в основном обществе, но среди наших, он первый достиг вершины вот этой 80-летия. Вот. И мы желаем тебе, Женя, чтобы таких вершин еще было много на пути до 120. Да. А вы же все добирали. А мы будем стремиться догонять тебя. Браво! Браво! За тебя! Спасибо. Не чугается. За тебя. Женя, дорогой. Привет и низкий поклон всей честной компании с высоких Донских берегов. Будьте здоровы и счастливы. Вам есть на кого равняться. Перед вами великолепный пример ума, обаяния, бездонной эрудиции, клокочущего темперамента, неуемной энергии, солнечного оптимизма и отменного душевного здоровья. И все это поднималось, вырастало, созревало в военное и послевоенное лихолетие, в обстоятельствах нищенски прискорбных, материально убогих и голодноватых. То есть вызревало не благодаря, а вопреки. Наверное, время сформировало стойкость, резистентность, отвагу моего дорогого друга, товарища и брата, который сегодня вступает в 9-й десяток своей жизни. Я горжусь им и всегда радуюсь ему и нашей славной подружке
Раечке. Время, проведенное нами за минувшие 7 десятилетий в Днепре, Одессе, Нью-Йорке, постоянно живет и клокочет во мне, согревает и возвышает меня. И так, я уверен, будет до конца наших дней. Уверен, жизнь еще подарит нам всем немного новых глав. Целую, крепко обнимаю. Всегда я ваш, ваш Бронислав. Я хочу немножко внести справедливый какой-то момент во все тосты. Пожалей собрал. Штурмана. Потому что капитан – это, конечно, большой человек на корабле, но прокладывает путь штурман. Спасибо. Да, и я хочу помнить и говорить за штурмана в этой семье. А порядок? И да, нужно было бы вообще вторую фуражку. Неплохо было бы. Которая накрывает тебе такие столы каждый год, мы приходим, между прочим. Которая собирает сейчас сегодня. Вам и дальше так было хорошо вместе, чтобы вы дожили счастливо до 120 минимум, и здоровья и благополучия. Спасибо. Жена попросила. Вот мой тост будет звучать таким образом. Женя, будь здоров. Выпьем коньяком. Очень надо. Выпьем коньяком. Забей, что я налил. Я всегда коньяк в старой программе. Давай, давай. Но сейчас я налил коньяк. Мы с тобой, наша строительная жизнь, мы больше намотались, больше человека. Браво, Алине. Главное, коротко. Да. Браво. Дорогой друг, как сказал один хорошо тебе знакомый поэт, бегут года, как в ручейке вода. Проходят дни, приходят юбилеи. Такой день хочется пожелать долголетия, крепкого здоровья. А что касается материальной составляющей, то мне кажется, что ты очень богат. Ты богат своей замечательной супругой и мудрой супругой Раечкой, своими красавицами, дочерьми, твоими зятьями. Богат подающими большие надежды внуками. В этот день я с вами, я вас всех люблю, обнимаю вас. Женя, от моей семьи мы тебя поздравляем, с юбилеем поздравляем, и стих тебе посвящаем. Делаем тебе признание, ты элемент для подражания. В жизни ты всегда активный, пунктуальный, стабильный. Ты справишься с любым заданием, даже самым нереальным. Юбилей – отличный праздник. И сегодня у тебя мы собрались снова вместе. Все знакомые, семья. Поздравления принимаешь с разных уголков земли. И тебе весь день приходят смс, звонки. И неважно, сколько лет. У мужчин всегда рассвет. Главное ведь жить и душой на старе. Пускай любое время года. И в дождь, и в снег, когда жара, на сердце будет теплая погода и надежды вечные на радугу. И поздравляю тебя. Что я счастлива, что Женечка вместе с нами, с Раечкой, что они уже никуда, они ведь могли бы попасть в другую компанию, ведь не наши. Не могли. Не могли. По определению, да? Нет, ну как, могли бы, конечно, могли бы. Но они все-таки попали к нам. И я хочу сказать, что я, мало того, что мы всегда с Женей, у меня как подружка.
Мы всегда с ним обсуждаем все вопросы. Мы можем говорить часами. И кроме всего этого, он и Раечка всегда как близко принимают проблемы моих детей, и хорошие, и как раз наоборот, если отрицательные, то очень сочувствуют. Если хорошие, то полным счастьем сопереживают. Да, всегда. И я их очень люблю. И опять же, то, что они живут рядом с нами, и мы можем с ним видеться гораздо чаще, чем с остальными. Я вас люблю. Да. 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 Посланцем индейцев выступаю я, как главный индейец, и, собственно, шаман с говорем. Я принес много даров. То есть первый дар – это настоящий индейский дримкетчер, чтобы отвадить плохие настроения и плохие сны. Вы его вручают. Настоящая трубка мира индейцев Наваха, которая так может пригодиться во всех этих распрях. Лучше, она же томагав. В принципе, они были смышленые ребята, и поэтому, если раскурить трубку мира не получалось, то томагав пригодился. Но считаем, что этот томагав, если его использовать, только для того, чтобы закапывать в случае несогласия на поле информационных войн. А трубку мира, по возможности, все-таки раскуривать хотя бы формально. А это курить можно? Да. Да. А куда вставлять? Надо туда еще положить что-нибудь. Мира творного. Давай. Да. Спасибо. Ты уже траву когда пакет. Я хочу сказать, просто сказать спасибо, что вы есть. Вообще, когда приехали сюда, мы приехали раньше вас. И у нас здесь, благодаря вам, появилась семья. То есть я знаю, что в трудную минуту мы всегда можем к вам прийти, позвонить, посоветоваться, всегда можем рассчитывать на вас. То есть вы наша семья, и у нас кроме вас здесь никого нет. Спасибо. И я просто очень благодарна, что вы есть. Ну, до 120 и дальше. Всех благ, здоровья, благополучия. Всего самого лучшего. Привет из солнечного Израиля всей большой семье Ямпольских. В такой знаменательный для всех нас день хочу поздравить дорогого нашего дядю Женю с днем рождения. Пусть он будет всегда здоровым, счастливым, радостным, оптимистичным. Пусть в жизни все удается и окружают его только любящие и родные люди. Мы очень-очень за вами скучаем и надеемся на быструю встречу. Всего хорошего. Очень-очень-очень-очень скучаем. Ура! Ура! 21-е столетие Флинт представляет. Что в имени тебе моем? Пожалуйста, не стреляйте в пианиста. Как умеет, так и играет. Жану Ямпольскому посвящается. Таким бы именем родился бы в Париже, гулял бы по Монмартру до утра или в Одессе, что гораздо ближе и лучше, чем на берегах Днепра. Мы так и видим среди здесь большую тайну, с чего вдруг у еврея имя Жан, ведь начал жизнь не в замке, он на Марне, и не в семье евреев-парижан. Если бы вы были с вами царского рода, я-то царство, она нет. А жить ведь с именем таким в стране советов, среди советских правильных имен, но лишь скрываясь от дневного света, какой-то враг народа и шпион. Мальчик не был никогда врагом народа, ведь помыслами и душой он чист, хотел всем неграм принести свободу, и красный был в душе кавалерист. С такой фамилией Атору не считает, кошерное не ест он и не пьет, но по субботам делает лыхаем, и что-то там на идыше поет. Хочешь на хрен и начнем.
таким вот именем женился бы на Жанете. Не женится, и это не секрет, ведь он однажды Раю как-то встретил, и счастлив с ней уже немало лет.